Здравствуйте, вы смотрите программу «Моя планета», с вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в Успенском доме культуры и хотим вас познакомить с ансамблем «Бесконечная музыка». Привет, Вероника, здравствуйте, девчонки. Здравствуйте. Рада знакомству с вами. Вероника, расскажи, как создавался ваш ансамбль? Ну и, конечно же, несколько слов хотелось бы о названии. Создавался он с 2014 года. Изначально состав был из 3 человек и постепенно набирал свою силу. Мы доросли до 9 человек. У нас замечательные девчонки. Как развивался ансамбль? 4 года сделано много. Сделано много. Мы были на различных международных конкурсах в Москве. Мы участвовали в московских проектах от департамента города Москвы на уличных площадках. Мы постепенно росли, развивались, и, наконец, у нас родился фактически профессиональный коллектив. Ну, нам еще надо много работать, но мы не останавливаемся и развиваемся дальше. Любой артист все время находится в поиске, все время находится в работе, самосовершенствуется каждый день. Это непрерывный процесс. Конечно. Мы очень любим творчество, мы любим различные произведения русские, это патриотические, военные. Мы любим, несмотря на то, что сейчас зарубежная культура у нас не так активная в нашей жизни, мы учимся на различных произведениях иностранных исполнителей. Ну, да. Если вот в целом говорить о репертуаре, как он подбирается, советуешься ли ты с девчонками или твоя жесткая властная рука решает, что будете исполнять? Нет, ну, конечно, моя жесткая властная рука, она решает. Да, прослеживается. Прослеживается, да, особенно в патриотических песнях, особенно каким-то символическим праздником я всегда сама подбираю. Ну, всегда с девчонками я советуюсь. Чтобы им самим нравилось, они развивались и в то же время получали удовольствие от выступлений. Также мы готовим теперь танцевальную подготовку. То есть мы в каждом номере продумываем костюмы, движения, построение. То есть чтобы мы были красивые, уверенные и уже создавали шоу. За 4 года достаточно ли сделано номеров на полновесную концертную программу? Готовы ли вы выйти и отработать 40 минут, час перед зрителем? Несомненно. Особенно если это патриотическая программа или про Россию, про Родину. Это у нас точно минут на 40. Ну тогда ждем приглашения. Вероник, почему «Бесконечная музыка»? Почему такое название? Как рождалось оно? Оно рождалось из английского слова «Eversong». Мы совещались долго, долго выбирали. Это был мучительный процесс. И в итоге решили, что в наших сердцах, в нашей жизни музыка, она бесконечная. Поэтому мы решили оставить это название на русском, чтобы это было красиво, чтобы все понимали, что мы создаем в себе, несем эту музыку бесконечно. Кать, как ты попала в ансамбль? Вот расскажи, насколько тебе здесь комфортно, насколько тебе нравится заниматься музыкой?
Я в этом коллективе с 2017 года, и могу сказать то, что мне очень комфортно работать с девочками, у нас очень дружный и хороший коллектив. Мы проделаем очень большую работу, но проделаем ее в удовольствие. К чему хочешь научиться ты, приходя на занятия? Я хочу больше работать, хочу развиваться в музыке, хочу дальше связать свою жизнь с музыкой. Что означает для тебя музыка? Музыка – это то, что живет внутри меня, и то, что помогает мне в любой ситуации. Это неописуемо словами. Музыка может помочь во всем, музыка может помочь в любой ситуации, если вам плохо, если вам хорошо, если вам весело, то музыка всегда, всегда с вами, всегда в вашей душе. Анастасия, расскажи, с чего началась твоя дружба с ансамблем «Бесконечная музыка»? Когда я была поменьше, я пришла к Веронике на занятия, занималась сначала сольно, и потом у нас пришла такая идея, чтобы создать ансамбль, создать коллектив, и мы потихоньку начали набирать людей, и потом начали петь разные песни. Ну, у тебя выбор не стоял, то есть ты сразу была двумя руками за, чтобы и создать ансамбль, и, конечно же, чтобы войти, быть одной из первых солисток в этом ансамбле. Да, конечно, потому что, мне кажется, это интересно не только развиваться самой в исполнении песен, но и также развиваться с кем-то. Чего удалось вам достичь за эти 4 года? Я считаю, что нам удалось достичь многого, потому что, как Вероника сказала, мы ездили на многочисленные конкурсы, мы выступали, пели песни, и я считаю, что мы достигли многого. Шаг тебе навстречу, хоть и думаю, зачем? Наш день обнимет вечер, наше все станет ничем. Словами боль, все для чего? Ведь ты не мог со мной остаться. Теплотой твоей живу, но тебе не скажу я, что без тебя я не могу. Не знаю, как еще держусь. Хочу обнять, но ответ. Кристина, что ты чувствуешь, когда ты вместе с ансамблем выходишь на сцену, перед тобой полный зрительный зал? Вот что тебя переполняет в душе? Наверное, страх больше переполняет. Но все равно чувствуется какое-то единение с коллективом, и как-то уже не особо страшно.
Сколько лет ты занимаешься музыкой? Как попала в ансамбль? Была ли там с первых дней или подключилась и присоединилась к девчонкам чуть позже? Наверное, почти с первых дней, я уже точно не помню, но были перерывы в музыке, и это связано с семейными проблемами, с образованием. Вот на каком месте в твоем плотном графике находится музыка? На первом. Хочется достичь больших высот в музыке. Конечно, этот путь очень будет тяжел, но мы должны его пройти. Вероник, ты поощряешь желание девчонок развиваться в музыке и попытаться покорить большую сцену? Конечно. Я всячески стараюсь им помогать. Мы подбираем специально такой репертуар, чтобы они развивались, чтобы их профессиональные навыки улучшались. Когда участвуем в конкурсах, мы всегда прислушиваемся к мнению других профессионалов, потому что моя точка зрения – это одна. Сторона медали. Да, одна сторона медали, все правильно. А другое мнение, оно тоже очень важно. Важно в подборе репертуара, что, может быть, не хватает девчонкам в плане развития. То есть я стараюсь к этому прислушиваться и к другим коллегам, вот, и стараюсь сама контролировать их развитие. В копилке наград медали какого достоинства? У нас много третьего лауреата. У нас много наград первых и вторых лауреатов. Так что мы не стоим на месте, мы развиваемся. Мы стараемся дальше-дальше расти и соответствовать нашей новой моде. И вообще зарубежным исполнителем. Скоро начнется новый творческий сезон. Какие у вас планы, какие мероприятия, какие концерты будут проходить, к чему вы готовитесь сейчас? Сейчас мы готовимся с девчонками ко дню села в Успенском сельском поселении. У нас планируется 3 концерта, а главное у нас в планах это выучить гимн Успенского сельского поселения. Какие конкурсы, какие площадки хотелось бы посетить, где выступить? Пока у нас в планах, мы хотим сделать концерт пародий, то есть подготовить базу. Это у нас первостепенная задача. Мы хотим скопировать наших звезд и костюмами, и танцами, то есть сделать целое шоу. Это в ближайшее время. А так, конечно, мы в течение года будем участвовать во всех всеразличных конкурсах, одинцовских, московских, всероссийских, международных, и это тоже первостепенная задача. И, конечно же, наши концерты, которые проходят непосредственно на базе нашего Дома культуры. У нас 3 поселения, в которых мы обязательно выступаем. Это поселок Сосны, село Успенское и село Уборы. Мы в 3 точках всегда выступаем, всегда делаем праздники. И, конечно, хотелось бы еще для нашего развития участвовать в одинцовских мероприятиях. Желаю вам новых творческих успехов и достижений. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока! Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю свою жизнь ты идешь ко дну, всю свою жизнь ты искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас поздно спасать и поздно лечить, плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет,
буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Небо вместо сцены, здесь все вверх ногами. Эти звезды в темноте, тобой зажженный фонарь. Тысяча меня до меня и после меня будет. Тысяча меня и тысяча меня, тысяча меня. Снова в дребезги нас не подчинить, плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон.